На чемпионате Европы по боксу бронзовую медаль весовой категории 80 килограммов завоевал воспитанник Камрадского спортивного лицея-интерната Павел Задорожнюк. Он поделился, что бои были сложными. Провел 3 боя. Первый бой я вышел с венгром. Сильный достаточно противник. Потом второй бой я вышел с литовцем. Я закончил досрочно. И третий бой я проиграл боксеру из Латвии. Воспитанник Камрадского спортивного лицея-интерната Григорий Киряков усердно и профессионально стартовал, но не хватило техники, чтобы попасть в тройку лидеров. Он завоевал 5-е место. По словам боксера, он провел работу над ошибками и будет усиленно готовиться к предстоящим соревнованиям. Для меня соревнования чуть не лучше, как у Павла. Я не привез, к сожалению, в этом году медаль, потому что чуть в жеребьевке мне не повезло. Попался с стороны Украины с бойцом. Прошлого года чемпион Европы он был, и чуть опыта не хватило, и, к сожалению, стал в этом году 5-м. Как отметил тренер Шарали Тургунов, отвести на такие соревнования 2 боксеров и получить такие результаты – это непросто. Немножечко не хватает, я думаю, не немножечко, а много международного опыта нашим боксерам. Вот у нас в течение года шла подготовка к чемпионату Европы, к чемпионату республики. Мы выезжаем до Басары, спарринги, Кишинев и все, что мы видим. Никаких международных встреч, никаких встреч с иностранными боксерами. Вот это волнение, оно сказывается потом. Директор спортивного лицея и тренер по боксу Харлам Пихор гордится тем, что воспитанники в составе сборной достигают вершин в спорте. Молодцы ребята, мы довольны результатами, честно говоря. Еще и заметили, над чем нужно работать. Начальник управления молодежи и спорта Вячеслав Драгой отметил, что ведомство будет и дальше помогать спортсменам выезжать на международные и мировые первенства. Труд огромный как тренера, так спортсменов, так и всего спортивного лицея, потому что эти спортсмены у нас учащиеся спортивного регионального лицея. Тренер Шарали Тургунов следил за выступлениями ребят. По приезду они провели работу над ошибками. По словам тренера, спортсмены будут делать упор на психологию, которая очень важна в состязаниях. Сейчас ребята усиленно готовятся к чемпионату мира, который пройдет осенью также в Хорватии. Ленардо Канцер, Вячеслав Кса, Алексей Герчугер, Т. Новости.